Поговорим о плотном графике президентов. Встречи, переговоры, перелеты, а в голове постоянно крутятся вопросы государственной важности. С таким расписанием тяжело оставаться бодрым. Не верите? Спросите у президента Турции Эрдогана. В студии мой коллега Никита Кондратов. Никита, сейчас все обсуждают прошедшую встречу лидеров Турции и Молдовы, причем никому не интересны какие-то там соглашения или другие документы. Так это понятно. Мне они тоже не интересны. Под речи президента Молдовы об историческом визите Эрдогана и сотрудничестве Кишинева и Анкары турецкий лидер едва не уснул. Возможно, снились ему солнечные берега родной Турции, а может Гагаузия, где он тоже побывал. Или, это уж точно бы не понравилось президенту Молдовы, наше Приднестровье. Платформа мультилатералы. Турция есть в партии. Активы, шнавимо коллаборали активы на организации КМРФ, усилий Европе, организация национального руните, очень мне, организация декоперали экономика Мэнгарини. Алексей, вы часом не уснули? Честно говоря, я был близок, но вы меня спасли, Никита. Ну и отлично. В общем, сон президента Турции спишем на усталость, а не на то, насколько скучен был монолог его молдавского коллеги. Турция теперь президентская республика, полномочия расширились, а с ними выросла и ответственность. Хлопот больше. Кстати, ровно год назад в Киеве Эрдоган уснул под речи Порошенко на совместной пресс-конференции. Эта история еще раз показывает, что нужно отдыхать. А впереди как раз выходные, проведите их с пользой. Никита, кстати, какие у вас планы на субботу и воскресенье? Как всегда, работать, если не просплю. Кто ж вам позволит. Берегите себя.